Дагестанские боксеры начинают соревновательный сезон. Активная подготовка к предстоящим турнирам ведется в спортшколе имени Гайдарбека Гайдарбекова. На одном из тренировочных занятий побывал и мой коллега Курбан Рагимов. Спортшкола имени олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова имеет несколько отделений в городах и районах Дагестана. За 4 года функционирования школа насчитывает несколько мастеров спорта. Ребята входят в состав национальной сборной страны и показывают результаты на международном уровне. Основная задача, которая перед нами поставлена руководством, да, школы и непосредственно Гайдарбеком Гайдарбековым, это воспитание молодежи. Это основная задача. Результат это, конечно, тоже хорошо. Вот. Но самое главное для нас – это воспитать достойных ребят, достойных мужчин, защитников нашего Отечества. Сгонка веса перед ответственным стартом – дело обыденное. От считанных килограммов осталось избавиться призеру юниорского первенства России Магомеду Зурканаеву. Через несколько часов 16-летний атлет пройдет процедуру взвешивания к республиканскому первенству. Жертва, конечно, приходит с собой, потому что по-другому там никак. Ты если переходишь на другой вес, там тебе сложнее и сложнее, потому что там тоже гоняют без другие. Одновременно в тренировочном процессе задействовано более 30 боксеров. Воспитанники школы отмечают особую сплоченность, теплую и дружескую атмосферу внутри коллектива, что в определенной мере также способствует высоким результатам на соревнованиях. Ну, в этот зал я перешел недавно относительно. Так занимался в Кизляре, сейчас перешел в Махачкалу. Атмосфера, ну, очень нравится. Здесь очень хороший зал, тренерский состав. У нас все дружный коллектив, все вместе тренируемся. Вместе живем, можно сказать, постоянно, на сборах вместе бываем. Со всеми дружеские отношения, даже братские, можно сказать, с некоторыми. Бокс – олимпийский вид спорта. Атлеты мечтают попасть на главные игры четырехлетия, забраться там на высшую ступень пьедестала. Мотивация к тренировкам есть у каждого из спортсменов. Цель – олимпиада. То, что я в любой момент могу где-то за себя постоять или еще что-то. И, естественно, конечно, также я могу гордиться тем, что вот у меня есть какие-то результаты или еще что-то. Спортшкола имени Гайдарбекова на юношеском первенстве Дагестана, стартующем 25 января в Каспийске, представят 15 боксеров. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.